Площадь новой административной единицы более 36 квадратных километров, а потому поездки с посещением объектов территориального управления «Картинский» уже плотно вошли в рабочий график руководителя отдела Андрея Извекова. В поселке совхоз имени Ленина в компании местных жителей, депутатов и представителей управляющей компании он, в числе прочего, осмотрел ряд придомовых территорий и выслушал отчет о работе коммунальщиков. Уборка контейнеров, мусора и какие-то появившиеся там аварийные деревья, там, если ветер сильный, но все равно это все у нас выполняется. Также Андрей Извеков проверил состояние игровых и спортивных площадок. В одном из скверов участники обхода задержались чуть дольше. На этом месте когда-то пытались создать игровую площадку, но не получилось. Была программа, под которой был проект установки песочного города. Но в связи с отсутствием финансирования проект не был воплощен. В ходе беседы было решено еще раз попробовать воплотить проект по созданию многофункционального комплекса для отдыха детей и взрослых. Сейчас мы находимся на площадке, которая планировалась принять участие в инициативном бюджетировании, даже проект выдвигался. Мы сейчас здесь находимся, думаем, да, то есть вот и как бы предложение очень хорошее, привлечь жителей для того, чтобы понять, ну, может быть, какую-то там площадку заорганизовать и, может, принять участие в этом. Проверил руководитель территориального отдела и качество ремонта в подъездах и состояние некоторых домов старого жилого фонда. Проблемы все текущие, они решаемые, потому что мы сами видели, мы прошли достаточно небольшую территорию, да, все, что мы сегодня увидели, на что обращали внимание жители, все это возможно решить в ближайшее время. Андрей Извеков отметил, что встречи с жителями проводятся на постоянной основе, и ни одно обращение граждан не останется без внимания. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.